От стихийных бедствий никто не застрахован, ни человек, ни живая природа. В середине недели на город обрушился ливень с сильными порывами ветра. Хозяину автомобиля Mazda в этот день не повезло, на его машину упало дерево. Что в таких случаях нужно делать владельцу автотранспорта и как себя обезопасить в подобных случаях, вы узнаете из нашего следующего сюжета. Уже к полудню в четверг город был во власти стихии. Ливень со шквалистым ветром. Авария на дороге проспекта Ленинского комсомола, возможно, тоже следствие этой непогоды. Но наше внимание привлекла машина, стоящая под деревом у дома номер 3, которая была завалена довольно крупными ветками. Ураган есть ураган. Надо проверять деревья. Деревья, во-первых, крепкие здесь, никогда еще не падали. Поэтому здесь не страшно. Из-за сильного ветра видно, что отломалась ветка буреломная. Дерево здоровое, зеленое. В прошлом году здесь вокруг дома было комплексное благоустройство. Здесь вырубили все плохие деревья. Но что случилось, то случилось. Владельцу Mazda не повезло. Это происшествие зафиксировали сотрудники дорожно-патрульной службы. Этот случай просто страховой, но это не является дорожно-транспортным происшествием. Машина оставалась на месте, она не двигалась, поэтому здесь это можно зафиксировать, случай этот страховой. В данном случае владелец автомобиля должен обратиться к участковому уполномоченному через дежурную часть для проведения дальнейших действий. Но, как говорится в пословице, на Бога надейся, а сам не плашай. Желательно, чтобы не ставить под деревья машины. Людмила Медведева и я, Адамия, Елена Кошлева, Видное ТВ.